Буквально сегодня в Екатеринбурге стартует, наверное, самый необычный чемпионат. WorldSkills High-Tech – чемпионат строительных профессий. Какие специальности будут представлять, какие специалисты будут представлять свое мастерство, какие специальности будут в номинациях, сейчас мы узнаем у руководителя регионального центра WorldSkills Свердловской области Михаила Федорова. Доброе утро! Михаил, доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте. Вы сегодня... не одни, я так понимаю. Кто это? С кем вы пришли? Посмотрите, во-первых, я должен сразу вас огорчить. Да, я как профессор не могу не сказать, что произошла ошибка. Так. Не строительных профессий. А рабочих. Рабочих профессий. Рабочих профессий. Точно. Хотя, вы знаете, это тоже условно весьма. Что значит рабочих профессий? Прототипирование. Да, когда человек моделирует с помощью компьютера различные детали, процессы и так далее. Или, например, электроника. Я вот совсем недавно, кстати, в нашей программе показывал, как китайцы дом 15-этажный собирают за неделю. Вот там строительство и рабочие профессии, они настолько все перемешаны, они его собирают на заводе этот дом, а потом возводят. Да, это действительно так. Но, друзья, мне кажется, зрителям очень интересно узнать о том, что открывается сегодня. Конечно. Что происходит в Екатеринбурге. Почему вот, чемпионат? Почему таким спортивным словом? Понимаете, сегодня, я бы сказал так, открывается новая страница в жизни и нашего Екатеринбурга, и Свердловской области. Почему? Потому что WorldSkills, национальный чемпионат, идет в мире с 1946 года. И Россия вступила в 12-м году 60-й страной. Но смотрите, 12-й год, мы 60-я страна. Угу. А сегодня 78 стран уже. То есть вот буквально с 12-го года по сегодняшний день почти 20 стран, которые еще вступили, да, вот в эту мощную национальную систему подготовки кадров. Скажите, это о чем говорит? Вот название World в названии, оно как-то свидетельствует о том, что это международное соревнование. Здесь будет международное участие, либо это внутри страны? Нет, ну, во-первых, World, да, действительно, это мировой. Skills – это умение, навыки, искусство, мастерство. И чемпионат мирового, как говорят, да, мастеров, это мероприятие, которое сегодня интересно всем. И на нашей площадке, вот если вы откроете странички, конечно, не участников, почему? Угу. Потому что участники, мы еще не сформировали международную команду, хотя вы знаете о том, что Свердловская область, 2013 год, а Лейпциг, мы участвуем в мировом чемпионате. И механотроника, вот рядом со мной механотроник сидит, это наш бренд нашего национального чемпионата, это сам благодаря ЧТЗ, Первоуральскому новотрубному заводу, благодаря колледжу, мы оказались вот в этом рейтинге, в мировом чемпионате, в середине. Михаил, я думаю, да, многие телезрители, так же, как и я, не очень понимают, а какие специальности можно считать рабочими? Вот я заканчивала журфак. Я могу считаться специалистом, обладающим навыком рабочей профессии? Или так, нет? Если коротко, вы работаете? Да. Значит, вы рабочий. Шутка, конечно. Но все-таки здесь, нет, я так коллеги, понимаю, представлены вот заводские специальности именно. Да, действительно. Вот тот чемпионат, который пройдет у нас, пройдет по 11 профессиям. Это токарное, фрезерное производство, сварочные работы, это электроника, это прототипирование, это инженерная графика. То есть разнообразный перечень направлений, но все это для высокотехнологичных отраслей. В двух словах, поэтому, буквально, кто примет участие? Да. Что за участники, что за гости на чемпионате? Ну, примет участие вся Россия. Угу. Это во-первых. Сформированы команды из разных регионов страны. Понятно, что самая большая команда – это команда Свердловской области. Почему в Екатеринбурге? Я думаю, что Ростехнология… Да, я думаю, что потому что это самый крупный промышленный регион нашей страны. И поэтому, если промышленный, да, вот такой национальный чемпионат высокотехнологичных отраслей, где они, эти отрасли, где оборонка лучшая, где промышленность лучшая? Все у нас. Металлурги лучшие. Слушайте, да. Михаил, можно я с талисманом нашего чемпионата вот здесь, вот возле проектора
Так вот стану, сфотографируюсь, да, на счастье. Пусть будет счастье и вам, и мне. Друзья, а я давайте напомню, что с 30 октября по 3 ноября в центре Екатеринбург Экспо пройдет чемпионат рабочих профессий World Skills High Tech. А в общем, всем, кому это интересно, всем, кому это полезно будет, приходите, посмотрите и все узнаете сами. У нас сейчас, в общем, сюжет про Хэллоуин, а после этого в гостях встречаем Виктора Логинова.